Доброго дня всем любителям спорта номер один. Егор Пархоменко, пятый. Седьмой Шателин Леонард Гвет. Восьмой номер у Юрия Панти. Десятый номер, 55-й Алексей Лаврик. И 88-й Павел Савицкий, он же капитан команды. Главный тренер Игорь Ковалевич. И пройдемся по хозяевам встречи. Футбольный клуб «Гомель». В воротах Александр Нечаев. Первый номер. Полевые игроки. Сергей Матвейчик, третий. Он же капитан. Тимур Пухов под седьмым. Евгений Барсуков играет под восьмым номером. 14-й номер у Романа Давыскибы. 16-й Игорь Заяц. 17-й Владислав Яцкевич, 20-й Денис Козловский, 21-й Алексей Антилевский, 72-й Илья Рощения, 77-й Абинур Нурымбет. Главный тренер Андрей Горовцов. Беларусьбанк, вышедшая лига 2024. Нехай переможе мощнейший. Ну и местной публике. Сергей Карпович на ударной позиции, удар и... Так и не понял я в динамике, Александр Нечаев вступил в игру или все же нет? Нет, будет удар от ворот. Здесь такой мелкий, возможно, фол, но игра продолжается, потому что мяч по-прежнему у Гомеля. Удар, гол! Евгений Барсуков! Вот такая вот контратака на 13-й минуте Гомеля. За повтором, как хорошо здесь Козловский отборолся. Нашел открывающегося Барсукова, но там сразу три футболиста в зеленых футболках были в штрафной. И была высока вероятность, что с головой одного из футболистов мяч все-таки встретится. Так и вышло. Счет 1-0. Егор Пархоменко. Лаврик. Хорошая обостряющая передача. Евдокимов на правый фланг. Карпович. Прострел. Савицкий. Остался один. Многие здесь. Смотри, мы за повтором теперь. Карпович. Ага, руку здесь выставил, да. Еще раз на повторе. Там ответчик. А был. Нарушитель. Нечаев. В прошлый раз он угадал, но не сумел вытащить мяч. В этот раз не угадал. Савицкий развел по углам. Счет 1-1. 25-я минута. Неман сравнивает. И сразу же местная публика. 5-я минута. Всего лишь Савицкий здесь исполнил четко. Четко в угол. Такое, ну, редко берется. Только если каким-то особенным образом занять позицию. Ну, это просто угадал, не угадал угол. В этот раз не угадал. Пухов. Антилевский на ударной позиции. Не знаю, что он тут придумал. Возможно, вратаря захотел перекинуть. В итоге перекинул и вратаря, и саму рамку. Антилевский бьет. И здесь на технику тоже исполнил. Мяч закрутил. Если бы чуть ниже прилетело, очень тяжело пришлось бы Максиму Белову. Вот как он пространство для себя создает. Какой красавец. Савицкий. Алыкулов. Врывается в штрафную. Удар с внешней стороны сетки. Еще один вышедший на замену. Илья Крищенко. Вот он приложился к мячу. То есть было все-таки две замены. И здесь в игру вступил Максим Белов. Мусик решил иначе. Ох, как хорошо! Здесь Гвет сработал! И в дальний угол мяч отправил. Счет становится 1-2 в пользу Немана. Очень хорошо здесь продемонстрировал он свои логичное завершение его удачных действий. Вот здесь, ну, видим мы, что он как минимум двух-трех футболистов мяч в ворота футбольного клуба «Гомель» забил Шателин, сумел перехитрить. Номер 7, и все Леман технически очень правильно и умело было реализовано. Счет 1-2. Неман впереди.
А все-таки передача. Верховая. Да, верховая передача. Фаги! 2-2! Фантастика! 68-я минута. Счет равный. Вот это вышел. Заработал стандарт, в результате которого... ...в здании, но слышу их, как будто они в 3 метрах от меня. Еще раз. Повтор. Вращение. Подает. И там и Фаги, по-моему, никто не опекал. Еще раз повтор. Здесь Белов был беси. Вдвойне опасно, опять же, повторюсь. Пантя. Противник Яцкевич. Ну, хорошо. Зубович мог первым касанием здесь огорчить. Нечаева. Не получилось первым. Зато получилось у Максима Кравцова. Счет становится 2-3. Неман повел. Вот это удачный выход на замену. До этого мы отмечали удачный Неман. Повел, потом Гомель сравнял, и теперь опять Неман повел. Вот это драма. Интересно, чем она все-таки окончится. Ну, здесь убойная позиция была. Гол, очевидно, не вратарский. Мяч ворота футбольного клуба «Гомель» забил Максим Кравцов, номер 18. Пропустил финальный свисток? Нет. А вот теперь он состоялся. Матч второго тура «Беларусьбанк» чемпионата Беларуси по футболу между Гомелем и Гродненским Неманом завершился счетом 2-3. Вот так вот. Интересный был футбол сегодня.